Окей, друзья мои, хотя в сутках мне не хватает 24 часа, это просто шквал звонков того-сего, однако вы пришли в эту компанию, чтобы пользоваться самым главным инструментом, это автоответчик. Когда вы каждый раз при старте новой компании делаете свою рекламу везде на соцсетях, рассылках и так далее, человек может увидеть, может не увидеть, подписаться ему некуда. Он посмотрел на вашу компанию, пошел дальше. Если бы он увидел ее раз пять, он бы внес бы свой имейл, внес бы свое имя, попал к вам в базу, и вы бы могли ему рассылать, и на 10-й раз у себя в почте он наконец-то бы понял, что вы вообще от него хотите, или отписался, неважно. То есть, когда вы просто разбрасываете свою рекламу с каждым новым бизнесом, вы делаете сизифов труд. Вместо того, чтобы собирать всех в одном месте, вы постоянно разбрасываете все без толку. Итак, мы сейчас будем настраивать американскую пока что компанию, потому что надо на Америку выходить тоже. Когда вы зайдете в автоответчик, нажмете вот сюда, смотрите, автореспондер, откроется страница, нажмете campaigns, у вас откроется такое окно. Здесь от компании есть 50 убойных писем, написанных копирайтером для Америки. И все, что вам надо нажать, это нажать на ready to make campaigns. Я обращаюсь к гражданам Крыма. Значит, я знаю, что у вас там все позаблокировали, карты, все выводы и так далее. Я могу обратиться к хозяйке этой компании, я уже с ней разговаривал об этом, и выслать вам деньги Western Union или MoneyGram. Если вдруг, ну не получается, так? Можете, конечно, заработать деньги, держать их всех, она вам вышлет, возьмете, прыгните на паром, высадитесь в Анапе, в любом банке, и с Western Union снимите свои деньги. Хорошо, вы здесь. Вы нажали сюда копи, вот, копи, так? Поставили галочку. А сюда вы написали ваши компании. Ну, придумайте что-нибудь, это чтобы для вас было понятно, что это за компания. Сюда вы пишете название вашей компании. Я делаю вот так, 1, 2, 3. Первая компания напишу. Так, теперь сюда вы пишете email, ваш email. Нет, все-таки я ошибся. Сюда вы пишете свое имя. Да. Сюда вы пишете имя свое. Переключатель достали. А сюда вы пишете email адрес. Сюда вы пишете свой логин в этой компании. Какой у вас логин есть? Так. Сюда ничего не надо. Потому что вы берете готовую уже рассылку писем от компании. Сюда надо писать, когда вы свою собственную делаете. И нажимаете кнопку Submit. Когда вы сюда попали, вот ваша компания, которую вы придумывали. Так, видите, 1, 2, 3 я написал. Мы нажимаем кнопку Go. Так, у вас тут же появляется, вот смотрите, 6 ваших страниц захвата от компании. Уже с вашими номерами, перейти по ссылке. Надо было в другом окне. Я вам советую использовать браузер Opera. Opera только. Это лучше всего для этой компании. Вот ваши страницы захвата. Когда сюда человек пишет имя, он будет попадать к вам, американцы я имею в виду. Попадать к вам в капкан автоответчика, и в компании уже 50 писем написанных, они начнут его доставать, копировать, ставить в другом окне. Выберите себе любую, которая вам нравится, и ее вы будете долбить по американцам, как вы хотите. Вот мне это нравится, хорошая. Вот счастливая семья, куча денег, компьютер, чем мы занимаемся, откуда деньги пришли. В общем, позитивчик такой, вот это мне нравится. Ну, в общем, посмотрите себе еще, я эту страницу все-таки себе сохраню. И я буду ее долбить по-американски. Такие страницы вы можете делать сами. Ну, вот для Америки уже готово, а вы будете себе для русских делать. Это будет наше следующее видео. И как создать вашу компанию на русском языке и на английском. В общем, вы увидели, что надо сделать. Берете страницу и погнали по американским группам Фейсбука. Текстов у вас миллион. Я вам сейчас
Давайте так, под этим видео будет ссылка на Яндекс.Директ, где скачать целую пачку американских текстов для рекламы в Facebook или где вы хотите. Чуть было, мы можем протестировать нашу кампанию. Вы нажмите опять Autoresponders и здесь кнопку Test Autoresponders. Сейчас посмотрим, как по вашей странице захвата приходят письма. Здесь вот куча писем уже написанных, видите, они по дням. Первое после подписки сразу же, потом на второй день, на третий. Вот тут по дням куча этих писем. И вот нажмите просто кнопку Send Test Message. И вам придет на вашу почту, значит, вы посмотрите, как оно приходит. Или можете подписаться другим имейлом на вашу страницу захвата и посмотреть, как оно приходит.